говорят, вот шляпка фиолетовая к красному платью не идет. А то, что мне эта свинья пришила вот это вот к этому всему, это как бы мы не замечаем. Я его спрашиваю, а вот этот мужичье, это с бородой, к этому все, как теперь? Что? Ага, воистину. Подождите, не сбивайте меня. И вот я ему говорю, как же я буду вот эту голову луком красить? Он говорит, знаете, мадам, я выбрал, вот как вы просили, самое модное, самое трендовое, все, вот что вы теперь тут начинаете? Ну, я и подумала, что луком буду бороду красить. К тому же, мужичья-то башка, это же очень удобная вещь. Ей можно постоянно выносить мозг без ущерба для себя. Верни мне, верни мне, верни мне.